Здравствуйте, меня зовут Сивцева Дина. Я ученица 8 класса и учусь в Якутском городском лицее. Я хочу рассказать о своем проекте, о занимательных математических задачках в образовательном ТикТоке. Новизна. В работе разработана оживленная занимательная задача с помощью программ GeoGebra, Paint, OBS, InShot и TikTok. Содержание имеет три темы. С 2020 года я участвую в проекте TikTok School Logica. Мои учителя применяют эти материалы для ведения математических кружков. Мною сделано более 100 математических роликов по следующим темам: лишняя клетка, модели и конструкции, фокусы и ребусы и так далее. Например, это видео. Жанр этого видео – лишняя клетка. Это видео сделано в программе GeoGebra. В данном ролике изображена фигура, состоящая из нескольких частей. Затем, представляя фигуры, получаются две клетки. Его посмотрели Россия, Япония и Украина и так далее. Жанр этого видео – исчезающая фигура. В данном ролике изображены 10 вертикальных палочек. С помощью сдвига 10-я палочка исчезает. Вы посмотрели Россия, Вьетнам и Япония. Жанр этого видео – математические факты. Данный ролик посвящен теореме о сумме углов треугольников. С помощью программы GeoGebra треугольник меняет свое расположение, и вместе с ним меняются на экране числовые данные углов треугольников. Его посмотрели Россия, Украина и Беларусь. Также у нас есть видео про модели и конструкции, и про невозможные фигуры. В заключение я хочу сказать, что мы узнали о знаменитых популяризаторах математики. Мы разработали более 100 занимательных задач для образовательного ТикТока School Logica. Думаю, что этот проект будет вам интересен. Спасибо за внимание.